Ayer estábamos en la tienda y buscábamos cosas para Svetlana, para su viaje, sí, para su viaje de Barcelona. Muy bien. Y para mí es cuando yo paso por la tienda, es fatal. Yo tengo solo 10 minutos sí. Cuando yo tranquilo. Vale, después de 10 minutos. ¿Por qué? Porque yo he visto que todas las ropas para ella mejor. ¿Cómo mejor? Están bien. Están bien, están, está bien, bien, están bien. Pero, y ella pregunta a mí, ¿qué piensas? ¿Está bien? Sí. Sí, sí, bien, me gusta. Yo no me gusta. Y yo, no, y después de 10 minutos yo lleno 900%. Me encanta el porcentaje. Sí, porcentaje. Podemos decir, pierdo la paciencia. Sí. Y después ella otra vez pregunta, ¿qué piensas? Yo, sí. Yo te dice que me gusta. ¿Qué, sí. ¿Qué te quieres? De mí. A ver, ¿qué quieres de mí? No es incorrecto, sí. Pero parece un poco telenovela. ¿Qué quieres de mí? ¿No? Итак, всем привет, это Леонид Смит, блог видеографа из Испании. Вот уже третий раз я записываю это вступление, и на этом... Третий день подряд, точнее, записываю, и на этом мой влог заканчивается. Потому что я не в ресурсе, я... Как там еще? Что там? Подскажи. А, ну, ну, короче, не было у меня что-то сил. Хотелось отдохнуть от каждодневной съемки влогов. Да и особо ничего такого не было. Я что-то отдыхал после съемки, работал. Все было что-то так все связано. Ой, скручено. Ну, короче, вы поняли. Я не могу подобрать слово. Что сегодня? Сегодня у нас был испанский. Практикуемся, продолжаем. Сегодня я работаю, потому что завтра я уезжаю на 4 дня на съемку в Италию, в Тоскану. Потом там еще один будет интересный день, поэтому не пропустите. Я там постараюсь этот влог выпустить. Будет необычный для меня, скажем так, проект. Вот, так что смотрите. Что еще? Еще сегодня... Мы тут распродаем на местном Авито, ну не только сегодня, мы вообще распродаем на местном Авито всякие там вещи ненужные, которые покупались, которые считалось, что я, они очень нужны. В частности, это багажник для велосипеда. Ну, типа сзади, который крепится на эту Нет, штуку. Нет, это не багажник. А, да, это корзина. Да, багажник это вот. У нас были велосипеды такие складные, маленькие, и они, ну, мы там на море ездили с ними, там еще куда-то нужны были корзины, чтобы туда складывать вещи. Вот. Я это все покупал, как Плюшкин все это складировал. Потом это все, потом велосипед один продали, другой там нет, необходим. Ну, короче, нужно продать. Вот, и мы сегодня, значит, упаковали вот так вот это все в такую, ну, подумали, что... В принципе, это допустимо, потому что мы как-то отправляли одну посылку другую, и нам сказали, типа, да можно просто, типа, обмотать, и проблем нету. И смысл в этом Авито местном такой, что, грубо говоря, покупатель, если заказывать через доставку, он, значит, платит за доставку, то есть, по факту, я ничего не плачу за пересылку. Но, если у меня нет коробки, мне нужно купить коробку на почте, потому что почта не, ну, не отправляет. И, допустим, мы там продавали, ну, короче, типа, настольные игры, она была в коробке, они говорят, ну, надо, типа, ее запихнуть в конверт. Мы там то есть, игра там стоила, типа, 5 евро, и мы за конверт отдали 1,5 евро, то есть, ну, так себе, конечно. И вот эту штуку мы продаем, типа, за 20 евро, да, за 15, 15 евро, он еще хотел скидку за нее, мы говорим, нет, без скидки. И мы его так замотали, думаем, ну, сказали, что можно замотать. Мы пришли, он говорит, не, нужна коробка. Коробка стоит 4, там, типа, 80. Ну, то есть, по факту, мы там, может быть, бесплатно там ее отдадим, эту корзину, не бесплатно, конечно, но вот. И мы этому написали мужчине, который хочет купить, типа, мы тебе не отправим, коробки нету. Он говорит, да не обязательно покупать в Корее, ну, типа, на почте. Можно купить в другом месте. Как будто мы не знали, что можно купить в другом месте. Но такая здоровая коробка стоит недешево. Короче, мы его, наверное, ему откажем.
такие вот интересные новости вам рассказываю. А я монтирую, вот, пожалуйста, монтирую. Много тут чего надо смонтировать, даже не буду вас в это погружать. Короче, много чего. Уже вот сейчас поставил на выгрузку, на экспорт проекты. Экспортировали сейчас еще, да, да. Дети в Испании учатся в июне. У них не заканчивается обучение, они учатся до 20 числа. И они учатся до обеда, то есть не до 5, а до 2 часов. И поэтому родители очень счастливы этому, потому что с детьми нужно, детей, во-первых, нужно забирать, нужно их там кормить, с ними сидеть. И мы тоже очень счастливы этому, поэтому сейчас я пойду за ребенком. А еще много всего интересного хочется сказать. У нас напротив дом, и там один сосед, он был раньше спокойный, тихий. Ну, просто я смотрю, он там сидит в комнате целый день, ну, у него там комната с видом... Короче, он сидит за компьютером, прям видно, что он сидит, работает. Он целыми днями там что-то работает, я подумал, наверное, какой-то айтишник или там, не знаю, программист, что-то он там делает. Целыми днями он там сидел, а последние несколько дней... Не знаю, может, уволили с работы его. Он, короче, играет в эти, в игрульки на компьютерах, которые с наушниками. И он орёт, матерится, короче, круглыми сутками. Просто вот реально, вот с самого утра до вечера просто он играет в какие-то там, не знаю, какие сейчас игры, Counter-Strike, там, что там есть. Я из тех времен. Вот. И он играет и матерится, ну, на английском языке, все понятно. Причем это вот прям вот очень громко. То есть у него открыты окна, и он прям вот сидит. Потом часа через 4 он выходит, косячок покурит и опять играй. И честно, это уже, ну, просто уже напрягает, потому что сидишь, блин, открываешь окно, а тебе какой-то чувак орёт в окно, блин, постоянно. Я не знаю, как люди живут рядом с ним там, потому что там прям квартира рядом, но как-то так. Такие новости, экспресс, запись разговора. Вот, я сегодня буду собираться, вещи, упаковать вот это вот все добро практически. Ну, не все, конечно, но большинство, потому что две камеры нужно взять, стабилизатор, компьютер, наушники, короче, куча-куча всего. Штатив не забыть с машины забрать, точно. Вот, и завтра у меня полечу я в Пизу, оттуда поеду во Флоренцию, потом поеду в Тоскану. Короче, будет очень интересно, так что следите. А что еще я хотел рассказать? Сейчас я покажу один фрагмент. Вчера ночью, в час ночи где-то, у нас окна выходят в колодец, так называемый. Это очень частое явление в Испании, таких домов строятся, когда все окна выходят во... Ну, не все, какие-то части окон выходят во внутренний, скажем так, патио, двор, в котором все квартиры пересекают, скажем так. Вот, и там, значит, у нас есть одна бабулька, я как-то, по-моему, рассказывал, она по ночам орёт что-то там, ну, не знаю, то ли её... клинит что-то там, в общем, короче, она орёт, как резаная, форточку открывает, и в этот колодец орёт, и это ночью там, ну, очень все громко, и не всегда приятно это. Первое время вообще немножко было стремновато, потому что какой-то человек кричит что-то, выглядело это все не очень. Блин, дождь пошел, ё-моё. Ну так вот, собственно, это видео, вот, посмотрите это видео. Значит, а есть еще один сосед у нас, он включает, ну не знаю, как так получается, может, он во сне это делается, может, это само по себе радио включается. Короче, просто тупо начинаются переключаться станции, как будто кто-то вот эту ручку крутит в радио, и это очень громко, то есть это прям реально, если ты спишь с открытым окном, то это прям, ну, капец, как тоже напрягает, вот, и... Третий у нас сосед есть, который просто дико храпит под нами. Он храпит так, что просто слышно вообще невозможно, как это все. Вот, и вчера с этим радио, конечно, тоже было забавно. Такие у нас тут
так соседство у нас. Так, ну я иду за ребенком в школу.